«Неуловимые следы океанских богов». Материал взят с дзен-канала «Альманах X событий». Ссылка на источник в описании. Территория нашей планеты на 2/3 покрыта водой. Это известно всем. Возможно, нашу планету следовало бы назвать не Земля, а как-нибудь по-другому. К примеру, вода, океан или голубая лагуна. Несмотря на то, что воды у землян много, вода и по сей день остается для нас агрессивной, я бы сказал, не совсем дружеской средой обитания. Мы научились с переменным успехом плавать по поверхности воды, не очень быстро, но все же. Мы научились нырять, не очень глубоко, правда, и только с аквалангом, но все же. Мы научились погружаться на больших и громоздких аппаратах сравнительно глубоко, но на не очень длительное время, так, на чуть-чуть, по меркам глубин Мирового океана. Можно сказать, что мы слегка ползаем по поверхности самой могучей, коварной и щедрой среды нашего мира, нашего водного мира. Через какое-то время нам стало скучно жить на нашей планете. Без друзей, без братьев по разуму мы стали их искать. Мы пытаемся найти какие-то необычайные миры, придумываем какие-то несусветные и пока еще не подтвержденные теории о параллельных мирах, забывая подчас о том, что рядом с нами буквально в двух шагах, возможно, находится цивилизация или даже цивилизации, которые не только нас догнали в своем развитии, но и перегнали на много позиций вперед. Что же это за таинственная цивилизация, которая находится вроде бы рядом с нами, но по сути так далеко, что добраться до нее мы пока не в состоянии? Давайте разбираться, дорогой читатель. Итак, все началось с Атлантиды. Сколько было сломано копий в спорах, была или не была Атлантида? Кто-то утверждал, что Платон ничего не видел и не слышал, и что его упоминание об Атлантиде – это просто поздняя вставка. Правда, кому да и зачем понадобилось вставлять ложные сведения, тоже не совсем ясно. Писатели разрабатывали благодатную почву и подарили нам приличное количество действительно хороших и вполне реалистичных романов об Атлантиде, об атлантах, о подводной цивилизации. Но бум на подводную тему как-то сам собой стих перед нашествием НЛО. Сейчас про НЛО и космос не пишет только ленивый. Есть фильмы и сериалы про НЛО. Словом, НЛО затмило славу Атлантиды. А очень зря. Многие факты говорят о том, что бок о бок, я бы сказал, по соседству с нами, живут и действуют, если уж не потомки атлантов, то, по крайней мере, именно те братья по разуму, которых мы безуспешно ищем в небе. А может быть, они тоже пытаются связаться с нами, просто мы их не понимаем? Стоит нам опустить взгляд с небес на воду, или вернее, под воду. В марте 1966 года институтом ВМС США проводились испытания новой разработки – дальней подводной связи, обеспечивающей помехоустойчивую связь с подводным флотом США. Антенна длиной почти в километр была проложена вдоль континентального шельфа. Он простирается примерно на 150 километров от восточного побережья США. Потом резко обрывается, и дальше начинаются самые глубокие районы Атлантики. В море находилось судно с опущенными ко дну локаторами, чтобы ловить сигналы. Эксперимент начался. А дальше началось что-то непонятное. Сначала принимали сам сигнал, затем что-то вроде повторения сигнала, как эхо, и какие-то странные, как будто закодированные сообщения. Эксперимент был повторен несколько раз, с тем же результатом. Сигнал, эхо сигнала, непонятное сообщение. Складывалось впечатление, признавался впоследствии один из участников эксперимента, что кто-то там в глубине принимал наш сигнал, имитировал его с целью привлечь наше внимание, а потом начинал передавать свое сообщение на этой же волне. Засекли источник этих сигналов и обнаружили, что он находится как раз в одном из самых глубоководных районов Атлантического океана, где глубины подходят к 8000 метров. Были предприняты попытки объяснить это явление отражением сигналов от подводных волн разной плотности, и эксперимент прекратили как неудавшийся. Официально эксперимент был закрыт, но на самом деле исследования продолжались, проводимые узким кругом специалистов без широкой огласки. Почему?
а потому что сигналы, пропущенные через ЭВМ того времени, показали, что сигналы эхо самим эхом быть не могут из-за того, что не являются повторением первичного сигнала. Следовательно, велась какая-то другая закодированная передача на непонятном и неизвестном языке. Через 30 лет, в 1996 году, те же сигналы пропустили через компьютеры Пентагона. Были ли они расшифрованы, ВМС США упорно замалчивают. Известно только то, что после этого заметно активизировались исследования как самого дна в этом районе Атлантики, так и всевозможные варианты способов дальней подводной связи. В ноябре 1972 года норвежские патрульные корабли зарегистрировали в своих прибрежных водах неизвестную субмарину. Была предпринята попытка войти в контакт с лодкой с целью определения, кому она принадлежит. Но она двигалась со скоростью около 150 узлов, 250-280 км в час. В настоящее время скорость самых мощных атомных подводных субмарин в погруженном состоянии не превышает 35-45 узлов, 60-80 км в час. После неудавшихся попыток войти в контакт, совместно с патрулем флота НАТО была предпринята попытка глубинной бомбардировки неопознанной субмарины. По сообщениям акустиков, после того, как был произведен залп, лодка очень быстро погрузилась на глубину около 3 км и исчезла с экранов радаров. Для справки, глубина Норвежского моря – почти 4 км, а глубина погружения атомной субмарины – максимум 2 км. О последствиях этой операции ничего не сообщили, но стало известно, что во время бомбардировки все электронное оборудование, все средства связи, в том числе гидролокационные станции, вышли из строя. Чей же это был аппарат? Норвежские военные хранят в тайне. Однако в средствах массовой информации прошла информация, что это были огромные косяки, откормленные североатлантической сельди, у которой одновременно у всех особей случилось несварение желудка. Вы поняли, о чем я говорю. Другой известный, ставший уже каноническим случай, объяснить который ВМС США отказываются и по сей день. В 1963 году близ берегов Пуэрто-Рико проводились маневры флота США по отработке действий по нахождению и определению кораблей противника. В маневрах принимали участие авианосец УОСИ, 5 эскортных кораблей, 13 подводных лодок, самолеты морской авиации. Опробовали новейшее устройство по обнаружению подводных лодок, его буксировал на тросе за собой один из самолетов. Подводные лодки в этом районе маневрировали в режиме бесшумного хода. Через некоторое время, по сообщению гидроакустика, на эскортном корабле одна из лодок вроде бы нарушила строй и стала уклоняться от предполагаемого маршрута. Оператор сделал предположение, что это одна из ловушек, на которые так богаты маневры такого рода. Смущало одно. Лодка шла со скоростью около 100 узлов, около 180 км в час. Американские субмарины начали преследование предполагаемого противника, несмотря на то, что догнать противника они не могли, так как их скорость была максимум 30 узлов, около 60 км в час. Через некоторое время преследуемая субмарина резко увеличила ход и с рекордной скоростью и быстротой погрузилась почти на 6 км. Глубина погружения стандартной подлодки максимум 1,5 км. Впоследствии, по докладам акустиков на самих подлодках, гоняющихся за глубоководным призраком, как окрестили эту подлодку журналисты, был составлен ее приблизительный портрет. Сигарообразная форма с сильно заостренными концами, длина 30-35 метров, очень маневрена, по-видимому, инерция практически сведена к нулю, имеет какое-то единичное устройство, придающее ему ход. Скорость хода поистине фантастическая. Больше 280 км в час или более 150 узлов. Вероятно, может развивать и больше. Глубина погружения неизвестна, но превышает все известные нормы. Могут быть практически невидимы для радаров и локаторов. В настоящее время морская разведка ВМС США всерьез обеспокоена участившимися случаями появления неизвестных аппаратов близ берегов США. Несмотря на строжайшие секретные предписания, в случае обнаружения таких аппаратов вблизи районов маневров или других зон действий американских или натовских кораблей, не предпринимать никаких враждебных действий, все же иногда столкновения случаются.
Во время маневров в Тихом океане, вблизи Индонезии, где глубины доходят до 7,5 километров, были зафиксированы шумы от подводной лодки, отличающиеся от шумов стандартных лодок, принимавших участие в маневрах. Была предпринята попытка сближения одной из лодок флота с неопознанной лодкой. В результате ошибки командира лодки произошло столкновение американской субмарины с неизвестной лодкой. Произошел довольно сильный подводный взрыв. По данным, полученным с локаторов соседних судов, оба корабля затонули. На кораблях, принимавших участие в маневрах, было необходимое оборудование для подъема пострадавших с больших глубин из поврежденных субмарин. Оперативно был осуществлен спуск спасательной команды, перед которой стояла задача не подъема и спасения экипажа субмарины, а поиск любых частей и вообще любых предметов с неизвестного корабля. Удалось поднять с довольно небольшой глубины несколько кусков металла, напоминавших фрагменты перископа обычной лодки, а также что-то похожее на кусок листовой обшивки. Буквально через несколько минут после подъема находок на борт флагмана акустики сообщили, что в районе катастрофы зафиксировано по крайней мере 15 сигналов от неизвестных и неопознанных субмарин. Один из сигналов по подсчетам достигал около 200 метров длиной. Последовал приказ незамедлительно приостановить маневры, особенное внимание было обращено на категорический запрет отвечать на любые действия противника. Подчеркивалось, на любые, пусть даже они могли и показаться враждебными. Прибывшие субмарины сразу наглухо заблокировали местоположение катастрофы, создав нечто наподобие крышки купола. Когда одна из американских подводных лодок сделала попытку подобраться поближе к месту катастрофы, у нее вышли из строя одновременно почти все приборы. С большим трудом лодке удалось аварийное всплытие. Зона катастрофы была наглухо заблокирована и для всех типов локаторов. Там было как бы белое пустое пятно. Были предприняты попытки завязывания контактов с неизвестными и неуловимыми субмаринами. Ответов на сигналы практически не было. Практически потому, что после передачи серии сигналов, которые должны были послужить попыткой установления контакта, от основной массы неизвестных лодок отделилась одна и, описав круг, включающий в себя все надводные корабли, присоединилась к своим. Было замечено, что в момент прохождения лодки под кораблями прекращали свою работу все локаторы и средства связи. После удаления лодки на большое расстояние приборы возобновляли свою работу. Через несколько часов с экранов локаторов сигналы таинственных субмарин исчезли. На месте катастрофы не были найдены не только останки чужой субмарины, но и останки американской подлодки. У ученых на руках остались фрагменты, которые удалось оперативно поднять. После исследований в лабораториях ЦРУ было вынесено заключение, что состав металла неизвестен, а некоторые элементы вообще не встречаются на Земле. После экспертизы любые вопросы на эту тему пресекались Пентагоном и военно-морской разведкой США в корне. В 1997 году батискаф «Черепаха» австралийских военно-морских сил проводил съемку котловины Беллинсгаузена. Глубина котловины около 6 километров. Аппарат шел над дном примерно в 40 метрах. Его кинокамера запечатлела непонятные образования овальной формы, излучавшие сильный внутренний свет. Контуры были четко очерчены, тем самым сразу же снималась версия об фосфоресцировании гниющих останков каких-либо существ. Пленку изучили ученые Мельбурнского университета, а также специалисты военно-морских сил. Вывод был один – постройки искусственного происхождения. Буквально через пару недель провели повторную съемку этого же района. Камера не зафиксировала никаких построек, за исключением довольно ровного дна. Что же все-таки было зафиксировано на пленке, неизвестно. Если допустить, исходя из вышеуказанных фактов, что на морском дне действительно обитает развитая цивилизация, обладающая мощнейшим подводным флотом, то становится неуютно и страшновато.